Сегодня вот в Тербунах ярмарка по улице Ленина. Движение перекрыто, стоят палатки, продают мясо, специи, корма. Но я хочу показать не ярмарку, а вот смотрите. Вот смотрите. Вот, значит, здание. Так, ну я точно не знаю, по-моему, дом культуры это. Вот, на доме культуры, вот смотрите тут что есть. Сейчас крупным планом возьму. Вот, крупным планом. Вот. Тут, правда, чуть дерево загорает. Сейчас вот я на газончик встану. Ой, лучше уйти с газончика. Тут все такие, на самом деле, сознательные граждане. Что бычок кто кинет, даже замечание делает, что ты делаешь. Вот смотрите. Тут изображена уборка. На полях тракторист. Вот, смотрите, женщина работает, видите? Не какая-то там Ольга Бузова, там, которая жопой крутит, а вот женщина работает. Вот рядом с мужчиной, рука об руку. Дальше, смотрите, что там сталевар, да? Вот в печи варят сталь, убирают, наверное, вот примесь. Дальше, вот смотрите, да? Сварщик варит, да? Вот сварщик варит. Все. Дальше, вот смотрите, что у нас. Пионеры, вот видите, пионеры. Вот они тоже тут. Пионеры. И вот что тут у нас дальше, смотрите, вот с самого низа вот идет, вот смотрите, такая ракета, видите, ракета. И вот у ракеты, смотрите, космонавты, видите? Космонавты, понимаете? Ребят, вот какая сейчас у нас национальная идея, да? Никакой. Где все эти герои сейчас? Сейчас в средствах массовой информации кто? Ну кто? Блогеры? И всякие шкуры, да? Какой основной смысл? Потреблять. Потреблять, потреблять, потреблять. Где вы сейчас увидите сварщика по телевизору? А? А сталевара где вы сейчас увидите по телевизору? А тракториста где вы сейчас по телевизору увидите? А женщину, которая работает, где вы сейчас увидите? Я уже молчу про пионеров. Молодежь сейчас у нас с бутылкой пива. А надо бы с дудкой в оркестре, чем с ложкой в подъезде. Вот такая вот здесь изображена история. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.